Новогодний розыгрыш среди подписчиков Бендера-Инфо. Победители получили выигранные призы. Торжественная церемония прошла в канун Старого Нового года. И какой же праздник без зимнего волшебника? Дорогие подписчики Бендера-Инфо, приветствую вас. Поздравляю. Все, кому улыбнулась удача, сегодня в этом зале. Условия розыгрыша просты. Достаточно было подписаться на сообщество Бендера-Инфо. Для этого можно было выбрать всего лишь один из мессенджеров – Viber, Telegram или Instagram. Награда того стоила. Это гаджеты – наушники, смарт-часы, пауэрбанк и мобильный телефон. Всего 10 призов и почти 1400 претендентов. И только 10 стали счастливыми обладателями новогодних призов от госадминистрации города Бендеры. Победителей определил случай при помощи генератора чисел. Вот так проходила сама процедура определения победителей. Современный Дед Мороз, который давно на «ты» с компьютером. Для большей наглядности – проекция на экране. Все претенденты на приз в общей базе данных. Участникам нужно было зарегистрироваться на сайте госадминистрации Бендер. А дальше дело случая. Генератор чисел и определил победителей. Очередность прописана в самих правилах. Шли от наименьшего приза к большему. И вот кому улыбнулась удача. Участнице под номером 672. Брик Татьяне Владимировне. Вот она, обладательница главного приза – мобильного телефона. Татьяна подписалась на Бендера-Инфо около года назад. Настолько я радостна, я не верила в это. Но это чудо произошло. Сидела, увидела розыгрыш. Решила попробовать сыграть. Думаю, вдруг повезет. Но не надеялась. Ну вот, повезло. Владе всего 12. Взволнована своим первым в жизни выигрышем. Говорит, пауэрбанк очень пригодится в семье. Они часто в дороге телефоны разряжались. Я недавно подписалась на Бендера-Инфо. Я листала ленту и увидела розыгрыш. Я решила испытать свою удачу. Когда смотрела видео, видела мою фамилию на табеле, я рада, и моя мама скидывала всем. Моя семья очень радовалась за меня и поздравляла, и мои подруги, и друзья, и одноклассники. Призы победителям новогоднего розыгрыша. Все неожиданно и торжественно. На память фото и пожелания Деда Мороза. Поздравляю, конечно же, всех вас с новогодними и рождественскими праздниками. Так же, как и я, подписывайтесь на Бендера-Инфо, читайте самые актуальные новости, будьте в курсе всех событий. И, конечно же, дорогие друзья, помните, мечты всегда сбываются!